Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 107, упражнение номер 169. Рассмотрите рисунки, прочитайте, когда так говорят, язык заплетается. Это когда человек плохо говорит. Бежать во все лопатки, бежать очень быстро. Воробью по колено, то есть не глубоко. Вставать с первыми петухами, вставать очень рано. Трещит, как сорока, то есть очень быстро говорит. Считать ворон, это значит отвлекаться. Не бросай слов на ветер, то есть не говори слова зря. Медведь на ухо наступил, то есть человек имеет плохой музыкальный слух. Каким сочетанием слов подходят рисунки? Вот первый рисунок – это воробью по колено. Второй рисунок – это не бросай слов на ветер. И третий рисунок – бежать во все лопатки. Какие юмористические рисунки можно сделать к другим словосочетаниям? Например, к словосочетанию «вставать с первыми петухами» можно нарисовать человека, который встает, а рядом с ним петуха. «Трещит, как сорока» можно нарисовать человека с открытым ртом и сороку, в которой тоже открыт клюв. «Считать ворон» – нарисовать человека, который сидит и считает ворон. «Медведь на ухо наступил» – нарисовать человека, на ухо которому становится медведь. Спешите, подчеркните в словах буквы, написание которых надо запомнить. Записываем. Язык заплетается. Точка. Бежать во, раздельно, в все лопатки. Воробью по, раздельно, колено. Вставать с, раздельно, первыми петухами. Трещит, как сорока. Считать ворон. Не раздельно, бросай слов на, раздельно, ветер. Медведи на, раздельно, ухо наступил. Подчеркнем в словарных словах буквы, написание которых надо запомнить. Язык. Буква Я. Воробью. Буква О. Петухами. Буква Е. Сорока. Буква О. Ворон. Буква О. Ветер. Буква Е. Медведь. Буква Е. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.